Всем дружно привет. Отговариваем ее от Цезаря. Она опять хочет Цезаря. Вы пришли перекусить. Время сколько? 2 часа 35 минут. И мы хотим покушать. Давай себе вот такой вот сделаем сэндвич. Я не хочу пить. Вот, смотри, с курицей. Не хочу пить. Не хочешь? Я написала Цезаря. Меня отговаривали от... Цезаря. В итоге я взяла брускетту с креветками и авокадо. С собой фотоаппарат. Это вообще видеокамера, но так как я очень устаю каждый раз, когда снимаю на нее влоги, потому что перекидывать на компьютер, мне ничего не получается, как обычно, все забрасываю, поэтому я снимаю на телефон, а камеру взяла чисто для фоточек атмосферных, поэтому будет очень красивые фотографии под конец поездки. Я помыла голову. Мы очень долго решались, куда нам идти, потому что мы и уставшие были, и не понимали, что нам делать первым делом. В итоге мы сейчас собираемся в Сочи парк, потом хотим заскочить на Сочи автодром. Это, естественно, было мое желание, потому что я огромная фанатка всех этих гоночных машин, форсаж, это все. Очень мне нравится. Вот, и пойдем гулять по набережной. Пойду сушить голову. Как мне нравится этот вид! Вот это средство я использую каждый день. Это матирующий SPF. Очень полезная штука в наше время. Must have, запоминайте. У меня здесь очень-очень такая легкая укладка. Она держится очень хорошо, видимо, из-за климата. И сейчас я буду делать макияж своего лица. Что могу сказать, исходя из первого дня? Сочи очень красиво, очень классные горы, природа, что я очень люблю. Сегодняшний день ощущался, как будто я прожила неделю, потому что мы, в принципе, не спали всю ночь. И, в общем, день шикарный. Правда, очень холодно, поэтому я в свитере и еще обдувной топ. Вот. Спать.
Всем привет, всем доброе утро. У нас сегодня уже второй день. Мы уже позавтракали, более-менее как-то проснулись. Сейчас собираемся пойти в бассейн, хамам. Он у нас открытый, с подогревом. Единственное, мы не продумали по одежде. Мы взяли более летнюю такую одежду с собой, потому что думали, что 20 градусов — это очень тепло, и что мы вообще запаримся. В итоге мы сейчас ходим в джинсах, там сверху свитера. И, в общем, очень как-то мы это не продумали, хотя очень хотелось бы надеть что-то красивое, летнее, то, что я подобрала себе из образов. Я сломала свои любимые очки. Вот от них штука. Они сломались у меня в сумке, пока я все это перевозила из Москвы в Сочи. В Москве, в аэропорту, я забыла свою куртку, поэтому я как бы вынуждена очень тепло одеваться. В общем... Не знаю, что меня ждет еще, но город меня очень вдохновляет. Мы вчера были просто на прекраснейшем закате, восхитительном. Я прям... это рай для моего вдохновения. Мы пришли в спа-зону. First time in a long time. Hurting deeply inside. First time in a long time, hurting deeply. Trust who? Watching my back even when I'm in a booth. Oh, trust who? Doing my thing, but I'm down to come clean. I like you. I wanna make you feel the weight off your shoulders too. Мы вышли после вон той горки. Наше впечатление, мама? Вообще не страшно. Алена? Бомбастинг. Мне так было страшно, я орала громче всех. Хотя вообще должна была мама кричать больше всех, но... Маме понравилось больше всех. Кричала я, маме больше всех понравилось, я сидела самая спокойная. Я думала... Я хочу на фиолетовую горку, там больше всех кричат. Just tell me it can't be that crazy. And even if it is that crazy, baby, I'll take it. У меня нет слов. Это жесть. Как это было страшно. И мама, как всегда, на полном чиле. У меня слезы пошли. У меня даже слезы пошли. Ну, мне больше понравилось на первом, потому что там хоть можно было рассмотреть, что творится вокруг, а тут вообще ничего нельзя было рассмотреть, какая-то мельтешня перед глазами. Мне было так вообще непонятно и страшно, что я уже ничего не могла думать. Тебе дать расческу? Желательно вот это вот поправить. Your time, 'cause I'm wavy and I'm saying things that I don't mean, but I do mean, and I don't want you to miss me, 'cause there's no way that you're sorry and you're crying and you're saying things that I do believe, but I don't even want you to get in my mind. I'm supposed to be in your mind for the first time in a long time. Мы вчера пришли на Валберес. Мы заказали в первый же день мне куртку, которую я потеряла в аэропорту в Москве. И вот, наконец-то, я могу одеваться как не хочется с этой курткой. Trust who? Trust me and I can set you free. Left your man, came straight to me. You the real MVP, my love. Ride dirty like Pimp C. You a real 10-speed freak, son. You was everything. Мы покатались сейчас, увидели. Вот.
в этих горах всех. Вот такие продукты. You was everything to me, my love. Why you keep that look for me? Left me down on bended knee. When I scoop you in the Maybach, the only time I ever made you take a backseat. Мы где-то в горах, в Сочи. Мы не знаем, как нам выбраться. Мы сидим вот просто в пустой местности и надеемся, что там приедет какой-то автобус. Вот, по сути, это автобусная остановка. Why you do that look to me, shawty? When you know that we was meant to be. Why'd you keep those... Там и плантация. Там закрыто. На плантациях мы и на лошадках. Да ладно. Один вот паренек, вот ниже, вот я родник. Мы приехали непонятно куда. Мы в Мацесте. Мы не знаем, как ехать домой. Ничего не вызывается, ничего не работает, мы ничего не знаем. В общем, будем сейчас узнавать. Things for me, my love. Мы приехали на какую-то ближайшую станцию. Без понятия, где мы, как мы. Но главное, что здесь очень красиво. I've given you enough time. Мы приехали в скайпарк с мамой. Я сейчас пойду прыгать 69 метров. Push you off the path.
последний день в Сочи. Мы приехали посмотреть дендрариум. В отеле работаем здесь нашу последнюю ночь, вечер. Завтра утром у нас уже выезд в аэропорт. 10 часов мы поедем. Прожили последний вечер в Сочи в ресторане с видом на море. И вот поездка подходит к концу.